Да вы видите, сколько легендарок? Я даже не обращаю внимания. Я не знаю, посчитайте, кто там подсчитывает леги. Напишите мне в конце ролика, сколько лег выпало за выпуск. Я их даже не считаю, просто. Они из каждого сундука мне падают, просто. Там лего. Тут все, остался последний. Последний, темный принц, и моя колода полностью фулл. Друзья, всем здорово, буквально отошел на минут 10-15 покушать, прихожу, а у меня уже на ролике почти 6000 лайков. Короче, я в прошлом ролике попросил, ребята, 5к лайков, и я сразу выпускаю видео на твинке, где я открываю сундуки, доначу гемы. Я, собственно, слово свое сдержал, вот у меня на балансе уже 43 тысячи гемов, я задонатил. Друзья, ну я вот одного не могу понять, вот иногда просишь лайки, ну не выпросишь, вот прям, вот не ставят и все. А иногда как пули они вылетают, у меня такое ощущение, что иногда вы смотрите видео, а чтобы просмотреть видео, вам вылазит такой огромный лайк, и вам нужно нажать на него, чтобы продолжить просмотр. А иногда мне кажется, что лайки просто платные, что вы не можете его нажать. Я не понимаю. 6000 лайков там менее чем за час. Огромное спасибо. Огромное спасибо за такой актив, за такой рекорд. Я не знаю, сколько наберется на этом ролике. Я не буду вас просить в этом ролике лайки поставить. И, естественно, огромная благодарность вам. Но на канал прошу подписаться, если вы здесь впервые, и на колокольчик нажать. А лайк это на ваше усмотрение. Хотите ставьте, хотите нет, я вам еще за тот ролик должен. Вот, значит, друзья, я задонатил 43 тысячи гемов. Но прежде чем перейдем к теме ролика, ребят, у меня к вам небольшая просьба. Я на аккаунт доначу, как и обещал. У меня есть спонсоры, я открываю сундуки, не халтурю. То есть и на холдика, и на твинка своего закидываю гемы по возможности, если есть какое-то интересное открытие. И, естественно, записываю об этом выпуске. Но появился еще один спонсор, который на стримах готов спонсировать нам, возможно, какие-то турниры. Не знаю, возможно, открытие на стриме. Не на видео, а именно на стриме. Короче, если вам такая тема интересна, давайте попробуем. Если не получится, не будем этого проводить, такие мероприятия. В описании есть ссылка. Эта ссылка будет у меня на стриме, как спонсор. Просто зарегистрируйтесь по этой ссылке. Я хочу просто посмотреть такой эксперимент, как в ролике это зайдет. Короче, просто зарегайтесь и все. И там, кстати, вы еще получите от меня бонус, если будете играть в эту игру. Я вас не заставляю скачивать ничего, просто зарегаться и все. Проверим, что получится, если вы вот хотите поддержать такую тему на стримах, и чтобы стримы были чаще по роялю. Ссылка на эту регистрацию в описании. Просто зарегайтесь и все. Проверим, сколько у вас таких человек. Ну что, а теперь переходим к открытию, друзья. Переходим к открытию, значит, тут у меня еще клановая сундук за клановую войну. Прикиньте, выпадет лего сейчас. Я не могу. Охренеть. Просто, блин, ну одного не понимаю. Почему это на твинке? Почему это на ульте? О, боже. Просто мне... Ой, на ульте, это не ульт. Почему это на этом аккаунте? Я не понимаю, здесь леги не нужны. Но, тем не менее, я очень сильно рад. Друзья, я хотел вам показать совершенно другое. Вот что я хотел вам показать. Посмотрите в сундук фортуны. Я просто в шоке. Этот аккаунт, он просто, он идеальный, он просто охеренный. Он дал моему каналу очень много чего, и мне куча эмоций дал, и надеюсь, вам нравятся видосики про этот аккаунт. Он реально идеальный. Вот он идеальный, этот аккаунт. Во-первых, мы 10 уровнем дойдем до 5200, я не знаю, ну попытаемся, замахнемся, так скажем, на цель 5500, но не уверен, ну попробуем. Вот, и вчера, вот кто не смотрел этот ролик, можете заценить, подписаться на канал, посмотреть. Мне в сундуке фортуны был голем, зап, мега миньон, дракончик и все. 4 карты. И все эти 4 карты были с моей колоды. И плюс был в том, что 2 карты, которые мне надо было нафармить на максимальный уровень, мега миньон и дракон, и 2 карты были фулл, это дало мне, я не знаю, около 150 тысяч золота. Вроде так, я точно не считал, может и больше даже. Даже, наверное, 200, я не помню. И сегодня мне подбираются оставшиеся 3 карты, которые не фулл. Это Торнадо, Сборщик и Темный Принц. И помимо Темного Принца, Торнадо и Сборщика, еще Зап. А Зап это тоже золото. Охренеть просто, это как вообще так? Вчера был идеальный сундук, я прям вот удивился, что так вот все совпало. Так сошлись все звезды, и мне все карты с моей колоды в этом сундуке. И на следующий день то же самое происходит. Все карты, и главное, недостающие карты. Короче, мужики, я задонатил гемы, и сейчас будем добивать мою колоду до фула. Не знаю, хватит ли эликсира или нет. Ой, эликсира, гемов. Но надеюсь, что мы дофармим хотя бы одну карту на максимальный левел. Сборщик как минимум точно. Лайк, подписка, колокольчик.
Поехали. Я просто в шоке, друзья. Я просто в шоке. И зап. Сборщик. Я, конечно, Темного Принца хочу больше, чем-то надо. Но в целом и то, и другое мне однозначно надо. Я думаю, что все 40 тысяч гемов потрачу сегодня. А мне, в принципе, еще одна Лего. А мне, в принципе, больше не надо гемы на аккаунте. У меня колода будет фулл. А суть этого проекта — прокачать всего лишь одну колоду до максимального уровня. Вот. Ну, хотя не знаю. Возможно, со временем мне надоест играть одной и той же колодой, что вполне вероятно. Хотя вот эксклюзивчик этого аккаунта в том, что он 9 уровень на высоких кубках. Кстати, палач вообще не в кассу мне выпал. Вот это, конечно, особенность этого аккаунта. Знаете, вот есть особенности первым уровнем дойти куда-то высоко, не прокачивать. Блять, коллеги просто сыпятся. Откуда столько легендарок? Пацаны, я не понимаю. Что я такого сделал, что мне столько легендарок? Охренеть просто. Ну, Илка, спасибо, чё? Возможно, этот аккаунт разыграют, да, подписчику будет прокачанные леги, я не знаю. Напишите в комментах, ребята, что вы, как считаете, разыгрывать этот аккаунт или самому на нем играть. Просто, ну, я, в принципе, могу еще подобный проект замутить и прокачивать какую-то другую деку. Но хотите ли вы это или нет, я не знаю. А этот аккаунт разыграть... Ну, вот, либо оставить и самому играть. Ну, не знаю, посмотрим. Я пока не уверен, просто я сюда влил больше... ну, я не знаю, ну, $1000-2000 где-то я сюда залил, однозначно. Ну, вы сами видели, сколько я донатил. Пересмотрите все ролики по этому аккаунту. Они, их буквально за месяц я их все ролики записал. Аккаунту там месяц с копейками. Вот, и пересмотрите, сколько я вообще влил сюда гемов. То есть, ну, реально много донатил. Все спецпредложения, которые были на любой арене, все задонатил абсолютно до последнего. Там тоже так приличные деньги были, особенно начиная с арены, которая, как же, на Кабанья гора. Так, я пока тут общаюсь с вами. У меня тут, смотрите, уже торнадо 100 карт почти. Сборщик наполовину прокачан. А Темный Принц прям не хочет падать. Так, Темный Принц, давайте, исправляйте эту ситуацию, мужики, пишите хэштег какой-то, я не знаю, дайте фул колоду холдику, либо, я не знаю, о, Темный Принц, только это сказал, ну, Темного Принца слишком много надо еще, а у меня осталось 35 тысяч гемов, я вам серьезно говорю, этого мало, и это под завязочку может быть все. Еще одна лего, господи, да эти леги просто сыпятся, как и мега-рыцарь, слушайте, мега-рыцарь, там уже можно прокачать, я не знаю, на какой уровень, а хотя немного там, по-моему, на второй. Так, разряд, сборщик уже скоро будет фулл, это даже хорошо, потому что это мне все будет в золото уходить, а золото мне тут пипец, мне надо пол ляма золота, чтобы прокачать всю колоду до фула. Это будет шикарно просто, это будет шикарно, я буду по одной карте, наверное, прокачивать и растягивать это удовольствие. Хотя, может, сразу все в один видос. Капец, просто, вы видите, сколько легендарок, я даже не обращаю внимания. Я не знаю, посчитайте, кто там подсчитывает леги, напишите мне в конце ролика, сколько лег выпало за выпуск. Их очень много, их реально очень много. Я их даже не считаю, просто, они из каждого сундука мне падают, просто. Охренеть, блин. Ночная ведьма. Шикарно. Ночная ведьма на второй уровень. Смотрите, сейчас еще одна лего будет. Нет, нет, я думал еще одна лего. Сборщик эликсира уже почти фулл. Я видел такие комментарии, многие мне пишут, что холдик, ну ты, блин, зачем сколько денег в игру вливаешь? Лучше бы ты купил что-то сын, лучше бы ты купил что-то семью. Друзья, на самом деле, естественно, я последние деньги не отдаю, и не волнуйтесь за это. Но не вливать, это тоже было бы нечестно с моей стороны, потому что... Я взял много спонсоров, я взял много рекламы, если вы заметили, да, у меня реклама в каждом ролике, но я сказал, что взамен я буду донатить в игру, я не буду жалеть на открытие, на прочие плюшки, да, я сейчас, кстати, конкурсы не делаю, вот это я, конечно, тут халтурю, я раньше конкурсы проводил очень часто, разыгрывал и гемы, хотя я вот недавно, в прошлом месяце разыгрывал, по-моему, 50 тысяч гемов, вот, ну, вот это мы еще поднажмем, я не знаю, на какую-то цифру, должен быть повод какой-то, чтобы что-то разыграть. Вот, кстати, вот эти сундуки есть, это вроде как и повод, но, честно говоря, знаете, почему я не разыгрывал эти сундуки? Я и сам их не все задонатил, вы можете посмотреть. Есть один нюанс, есть один минус. А где гемы? Суперсел, вот всегда, когда донатишь какие-то спецпредложения, вот эти выгодные ваши, всегда есть еще дополнительный ресурс, такие как гемасики. Здесь их нету, что-то подзажали, Суперсел. И вот из-за этого я не хочу вливать такие деньги, чтобы... Я понимаю, я получу карты, я получу золото, но гемы тоже хочется получить дешевле. А Суперсел что-то зажали гемов, я не знаю почему. Поэтому я
как-то к этому спецпредложению отнесся по-еврейски. То есть я реально не задонатил даже себе его. Ну, не знаю, вот жалко мне, вот реально, я считаю, вот здесь жалко было денег. И тут у нас, пока я тут демагогию какую-то рассказываю, сборщик эликсира у нас уже на максимальном уровне, еще одна легендарочка, господи. Спасибо за леги. Ну, я вам отвечаю, если этот аккаунт разыграю, это будет просто царский подгон подписчику. Легендарок здесь просто пипец, ну вы сами видели. Я не знаю, мне его и жалко разыгрывать, но с другой стороны, очень бы хотелось отдать какому-то активному подписчику, который будет ценить этот аккаунт и который будет играть на нем, а не который сразу побежит: «А-а-а! Купите, купите у меня аккаунт, у меня все леги, у меня хорошая прокачка, вообще, давайте, продаю». На все паблики, все везде разместил рекламу о продаже аккаунта. Нет, я не хочу такому человеку отдать аккаунт бесплатно. Хотелось бы, ну, такому игроку, который и ценил бы, и играл бы. Вот так вот. Я не знаю, как такого игрока найти, потому что рандом выбирает рандомно, как ни странно, да? Кстати, что у нас тут? А, ну все нормально, пока геймов еще хватает, еще можно с вами поразговаривать. Так, я не обращаю внимания, как вы заметили, на все карты, потому что, ну, и так понятно, что нам надо постоянно комментировать то, что падает, вы и сами видите, то есть даже леги уже не комментирую. Мне еще 100 тысяч золота надо, чтобы прокачать всю колоду. Ну, не знаю, может быть, немножечко гемов оставлю, может, на следующий раз откроем. Просто, ну, это реально уже последний, такие предпоследние видосики на твинке, так как, смотрите, ну, вся колода будет фулл. Это одна цель, мы достигнем ее, да? А наша цель была прокачать одну колоду до фула. Вторая цель — взять максимум. В этом сезоне я и пойму, сколько я возьму максимум. Это идеальный сезон для того, чтобы проверить, потому что он, во-первых, длинный этот сезон, во-вторых, уже многие игроки взяли свои рекорды, прям нереальные, такие как игрок Арт. Я не знаю, кто играет на его аккаунте, но он взял 6400, я просто охренел. То есть мы всегда в местном топе, ну, плюс-минус были в одной лиге. А сейчас он 6400 взял, прям, ну, прям вот, знаете, я хочу тоже себя проверить и максимум в этом сезоне прожать как и на основе, так и на твинке. Вот, ну и сколько возьму, я уже не знаю, в следующем сезоне будет ли интерес. Не, я еще поиграю, конечно, на твинке, но дальше посмотрим. Я почитаю еще ваши комменты, сам еще посижу и приму решение. Ну, просто так его тоже не хочу разыграть, я еще хочу, если буду разыгрывать, я хочу придумать, чтобы, ну вот, реально отдать человеку, блин, я не знаю, который нуждается в этом аккаунте, вот. Я еще придумаю, какие условия будут. Вот. Ну, естественно, будет одно из основных условий — это подписка на канал. Поэтому, если хочешь этот аккаунт, ты заранее подпишись, потому что просто так этот номер не пройдет. Если не подписан, этот аккаунт не получит никто. Подписаться на канал 100% надо. Поэтому лего. Поэтому, если хочешь, чтобы я разыграл... Хотя, я не обещаю, кстати. Вот не надо потом мне... подтягивать за слова на стримах. Ты обещал, почему не делаешь? Я сейчас не обещаю. Я сейчас еще в раздумьях. Ну, я как бы такой вариант не исключаю, что я его могу разыграть. Но я еще не определился, поэтому не надо потом мне писать: а что ты не разыграл, ты обещал. Я еще никому ничего не обещал. Это важно. Вот. Так. Я поражаюсь. Сколько легендарок, ребят, вы считаете? Просто гемы уходят... Вот так вот, как пирожки на базаре. 20 карт торнадо. Еще охренеть сколько. 81 карта темного принца. Пипец, нет. И мне не хватит на темного принца. Торнадо хватит, на темного принца нет. Хотя торнадо, честно говоря, и седьмое мне пойдет. Ну ладненько, ну ладненько. Дай темного принца. Е, бой. Блин, а я думал, хватит мне 40. Сколько там было гема в начале? 43 или 40 сколько? Надо было еще закидывать, блин. Ну, сейчас вот реально у меня нет возможности закинуть гемов. Хотя я посмотрю сейчас к концу ролика, сколько мы откроем... Ой, сколько у нас будет не хватать темных принцев. Потому что я уверен, что нам будет не хватать темных принцев. Пожалуйста, темный принц. Блин, торнадо. Ну, торнадо уже, да, уже все. Это фулл однозначно. Но за 15 тысяч гемов я темного принца не нафармлю, мужики. Это факт, это факт. Темный принц, хотя осталось всего лишь... Не, вообще, на самом деле, если бы с каждого сундука он падал, я бы потратил 5000 гемов максимум. А так, все, торнадо фулл, да? Да, торнадо фулл. Поехали дальше. Просто жесть. Я в шоке, вот, блин, вот это повезло этому аккаунту. Так, 153 карты.
уже. Так, ну давай, давай, пожалуйста, пожалуйста, падай, темный принц, падай, темный принц. Я прошу, Supercell. Я понимаю, что вам выгодно, когда гемы покупаем мы, но, пожалуйста, сэкономьте. Сэкономьте мой бюджет и дайте темного принца. Блин, торнадо. Зато Лего. Думают, ну ладно, если не темный принц, значит лови Лего. Это тоже неплохо. Это да, но Легами-то я не играю. Ну ладно. Пойдет. 12 тысяч гемов осталось. Сейчас посмотрим, что у нас там будет. Я где-то на 5 тысяч остановлюсь. Посмотрю на ситуацию. Ну, слушайте. Да, я думаю, что дофармим. Гемов еще очень много. То есть, ну, должны успеть, и, блин, это все, это колода фулл, и, охренеть. Блин, я уже на Леге даже не обращаю внимания. Лего! Уже, ну, нету такого, знаете, ну, падает и падает Лего, ну, чё. Это, знаете, это тот момент, когда уже зажрался, когда у тебя уже все, уже куча гемов, куча легендарок, фулл колода. Все, что еще надо, ты уже в этих легендарках вот так вот, они у тебя уже купаешься в них. Ну, это так, да. Я зажрался, легендарок у меня много. Ну, вы знаете, я не хочу, чтобы было так. Я хочу радоваться легендаркам, я хочу получать азарт от того, что вот она мне выпадет. Вы думаете, мне в прикол то, что вот, ну, падают и падают леги? Нет. То есть, мне не нравится то, что я не получаю от этого. Темный принц. Да, ну, ёлы-палы, ну, мне такое ощущение, кстати, что еще гемы даже останутся. Вот реально, мы нафармим темного принца, и гемы еще останутся. Блин, я просто в шоке, это ж как так? Мне повезло, что все карты вчера я нафармил охеренно, и сегодня. И я вот сейчас, вот вы сейчас просто вот послушайте меня, и вот сами, вот рассудите сами все. Вот сейчас просто я вам покажу, вот досмотрите сейчас до конца. Я вам просто сейчас расскажу, как все охеренно сошлось в эти два дня. Я вам серьезно говорю, прям кто-то как... я не знаю, как будто мне что-то подкрутил, вот как специально. Но вот я не верю этому всему, этим совпадениям. Прям вот серьезно, прям... Ну сейчас все поймете, я сейчас расскажу, почему я так удивлен. Хотя я думаю, вы сами уже догадываетесь, что мне так все карты выпали. Но они выпали именно вот охеренно. Ну, вот это уже перебор, кстати, вот это уже остановитесь, дайте мне темного принца, потому что меня уже начинает колбасить. Так, Лего. Там Лего. Тут все, остался последний, темный принц, и моя колода полностью фулл. Отлично. Давай, темный принц, да, все, моя колода фулл, поздравьте меня, Я не знаю, я рад, я как ребенок рад просто. Ребята, это охереть. А теперь слушайте, как все сошлось охеренно. Вот я в это не верю, в эти совпадения. Во-первых, мне помимо того, что в сундуке фортуны должны были выпасть те карты, которые мне надо дофармить до 8 уровня, мне выпали те карты, которые уже максимум. А это золото. То есть все так сошлось, что, ну, если бы я нафармил карты, мне бы потом пришлось где-то фармить золото, где-то что-то еще думать. Но все сошлось так, что и золото нафармилось. В плане, за счет того, что у меня были в сундуке фортуны те карты, которые максимальный левел, да? И когда они падали, в золото переводилось. И те карты, которых не хватало, две. Это Мегамуха и Дракон. И на следующий день падает еще три карты. И одна из них, которая фулл. Просто идеально мы нафармили, и я реально вот гемы сэкономил, очень много сэкономил бы, и мне бы пришлось, возможно, бы еще несколько выпусков делать открытие, а так я все сделал сжато на два выпуска, и я полностью колоду нафармил на фулл, мужики, и мне золота хватает на все карты, короче, наверное, в следующем выпуске я прокачаю какие-то, вот две карты, вот, наверное, давайте вот по очередности, вот мне... Какие мы нафармили первыми? Дракончика и Мегамуху. Прокачиваю их, а на следующий день прокачиваю недостающие три карты. Это Темный Принц, это Торнадо и это Сборщик. И потом просто будем стримить. Будем стримить и посмотрим, что получится. Подписочка, лайк, короче, ждите новый видосик. Подписывайтесь еще на мой второй канал, ссылка есть в описании. Друзья, досмотрите ролик до конца, вы просто охренеете. Что мне тут выпало? Это реально стоит того.
Всем спасибо за просмотр. Ждите новые видосы, стримы, на колокольчик не забывайте. До новых встреч. Пока.